Сегодня весь мир отмечает Международный день семьи. В честь праздника в областном центре прошла ежегодная церемония вручения премии мэра Белгорода «Семья года». В нескольких номинациях награды получили 7 семей. Наша съемочная группа с места события. Премия мэра Белгорода «Семья года» впервые была вручена в 2008 году. Событие стало постоянным. Каждый год десятки белгородских семей подают заявки на участие, количество соискателей постоянно растет. В этом победители выбирали из 42 претендентов. За 8 лет более 250 семей стали лауреатами, 56 стали обладателями премии. Но самое главное, что в Белгороде становится все больше крепких, любящих и счастливых семей. Победителей определяет жюри. Символично количество номинаций, их 7. Награду в номинации «Ее Величество Семья» получили Толдиновы. Александр Петрович и Наталья Владимировна воспитывают 4 детей. Роль папы глава семейства совмещает с работой в полиции и с общественной деятельностью. С этого года Александр возглавляет Белгородский союз отцов. А мама уже становилась победителем областного конкурса. Именно в таком объеме, да, это первая награда. Мы в 2008 году участвовали в конкурсе «Крепка семья, крепка Россия». Там были награды, ну, скажем так, наверное, чуть поменьше, да. Мама была признана лучшей мамой города. На получение премии, размер которой 50 тысяч рублей, всегда могут рассчитывать те, кто своим личным примером повышает авторитет семьи в обществе. Виктор Лукьянчиков и Эдуард Горелов. Новости мира Белогорья.